Глава региона Игорь Кошин встретился с региональными лидерами парламентских партий. В преддверии выборов участники встречи обсудили ход и ведение выборной кампании. Представители партии отметили, что удовлетворены существующей предвыборной ситуацией и ходом агитационной кампании. Мы поднимаем вопрос о том, чтобы все кандидаты, которые выдвинуты в органы власти на самом различный уровень, начиная от губернатора, завершая самыми отдаленными населенными пунктами, работали исключительно в рамках выборного законодательства. Чтобы сохранить уровень достойности, присущий Ненецкому округу на всех выборах, а у нас выборы очень серьезные в этом году, на весь оставшийся период, чтобы ни одна партия не допустила срыва того уровня, который на сегодня достигнут. На мой взгляд, какие-то нарушения в любом случае присутствуют. А так в целом, на мой взгляд, более-менее нормально. Чисто аккуратно. Избирательная кампания идет достаточно спокойно, уравновешенно. Маленькие шероховатости, они всегда есть, потому что помимо парламентских партий участвуют другие партии. Все стремятся, понятно, победить, показать себя, но все это достаточно происходит в рамках закона.